растерялся? Салки, верзила, я вижу шанс. Вышибалы, высоковольтный вариант. Ну, как тебе это? Достаточно. У меня есть чувство, что нужно уйти с дороги. Как нравится Путин? Этот бесплатно! Должен быть способ притормозить его. Ну, как тебе это? Пора нанести смертельный удар. Эти крылья были нужны? Прости, я думал, они для красоты. Прошу поддержки. Паутина, чтобы поймать муху. Это интересно. Если настроить жучки на эту частоту, я смогу прослушивать разговоры Смайта. Сила. Ха, надо подписаться. Всегда любил читать. Мило. Мило. Это бюро. Цена выросла, но все равно того стоит. Это почитаем. Книга печатания жива. Цена выросла, но все равно того стоит. Ты посмотри на это. Знание – сила.
Придется снять еще раз. Поехали! Ловим антенны. Чтобы получить координаты, надо соединить все три. Сигнал будет работать только вместе с другой антенной. В коллекцию. Отлично! Надо подписаться. Интересно. Да! Что у нас тут? Антенна! Это славно! Это я возьму. Да! Годится. Ну-ка, что у нас тут? Готово! Интересно. Ловим антенны. Чтобы получить координаты, надо соединить все три. Гибрид зарегистрирован. Нужно быстро связать антенны между собой. Ха, фантастика! Это что?
антенна. Это славно. Чем больше, тем лучше. Осталась одна. Годится. Печатание живо! Ха-ха! Здорово! О, да! Да! Об этом я и говорю. Смотри на это. Бинго! Еще антенна. Юнит-22 идет нападение. Отбой. Врага надо знать в лицо. А знать, где он, это еще лучше. ДНК у меня... Робот готов. Надо поспешить к Коннорсу, чтобы закончить с вакциной. Остановите эпидемию! Десять-двадцать. Сообщение о краже. Отбой. Нападение во дворе. Отбой. Всегда любил читать. 10.30. Уличный грабеж. Отбой. Мелких преступлений не бывает. В коллекцию. Знал, что мы встретимся, паук. Только не думал, что ты будешь меня спасать. Я Человек-паук, хранитель мира и покоя. Люблю вломить неспокойному соседу. И все-таки, ты бы поосторожнее. Ладно, давай мне. Хочешь стать королем эфира? Помеши себя в мое воспитание и говорят, ты умеешь все, что умеет паук. Вот твой шанс это доказать. Давай сыграем в забавную игру. Я называю цель, ты отправляешься туда и показываешь себя во всей суперкрасе. А я снимаю каждое твое движение своей дистанционной камерой. А чтобы все вышло идеально, старайся все время быть в кадре. Вот твое первое задание. Дуй к антенне, которую я отметил на карте. Ищи ее на небоскребе. Кстати, об антеннах. Еду я как-то на мотоцикле, любуюсь на девчонок, и вдруг бах! И у меня типа лицо в смятку, прикинь. Огромную антенну поднимали прямо посреди улицы. Она должна радиоволны ловить, а не меня. Зашибись!
и вся прическа на смарку. Меня бесят антенны. Ну, удачи тебе. Я надеюсь на теплый прием. Ну, вот, хоть что-то. Отлично! Как вам? Десять двадцать два. Идет нападение. Отбой. Эй, паучок! Пожалуйста, проследуйте в безопасную зону и ждите дальнейших инструкций. Я просто доставлю тебя в больницу. Верь мне. Разве тебе не больно? Еще немного, мы почти на месте. Береги себя. Ну и полет, но я уже здесь. Спасибо. Нападение во дворе, отбой. Это наверняка. Я не хотел мешать вам, ребята. Хочешь проблем? А черт, я ничего не видел, клянусь. Что вы делаете? Еще бы чуть-чуть. Спасибо. Главное, что ты все-таки жив. Не раскисай. Эй, паук! Ха! Идет нападение. Отбой. Мелких преступлений не бывает. Позволь мне помочь тебе. Отлично! Помягче, ладно. Я несу тебя в больницу. Испортить им вечеринку. Возможно, у нас 10-22. Избиение. Отбой. Я знаю, что они задумали. Они не знают, что их ждет. Иди сюда! Вы сейчас демонстрируете, кто тут настоящие монстры! Ты, отребье рода человеческого, в курсе? На себя посмотри! Хватит! Хватит! Помогите! Помогите!
Главное, что ты все-таки жив. Не раскисай. 10:20. Сообщение о краже. Отбой. Я верну этих собак в их клетки. Сестра! Дай сахарку. Что? Я не сестра! Отойдите! Поиграем во врача! Что? Помогите! Помогите! Что я тебе сделала? И до чего этот бред дойдет? Ты меня спас! Пора мне поискать психиатра. Или просто отдохнуть. Мне пора. Пока. Здорово! Нападение во дворе, отбой. Это наверняка. Не бейте меня, я все сделаю. А что, побрякушек нет, что ли? Берите все, только не трогайте. Не тронь меня. Ну что, придется по-плохому. Ребята, я отлично провел время. И это еще не конец. Идет нападение. Отбой. 10:30. Уличный грабеж. Отбой. Это я возьму. Десять. Стрельба из машины. Отбой. От меня не уйдут. Возможно, у нас 10:22. Избиение. Отбой. Это наверняка. Большие! Отбой. Пора ловить бандитов. Ты не имеешь права! Нет! Пожалуйста! Бардан, что вы стоите? Там! Слазь оттуда, сынка! Спасибо, паук. Вот карточка, я тебе дам любую консультацию по финансам. Супергероям от этого пользы немного. Хотя иногда, признаюсь, я бы хотел быть героем по найму. Спасибо! Нападение во
10.20. Сообщение о краже. Отбой. Да, годится. Нападение во дворе. Отбой. Я знаю, что они задумали. Они не знают, что их ждет. Что-то в этом есть знакомое. Что же? Ах да! У всех есть пушки, и все хотят меня пристрелить. Держись в тени, Человек-паук, и уйдешь живым. Теперь твое место здесь. Вот и все. Мне пришлось это сделать. Иллюстрации для статей. Поехали. Ну же, паук, скорее! Раз, и готово. Теперь найти остальные. Так, что дальше? Надеюсь, здесь меня ждут хорошие новости. Еще один! Это потруднее, чем одной рукой гладить, а другой бить. Соберись! Время уходит! Нашел! Ну давай!
10.20. Сообщение о краже. Отбой. Эй, сюда! Я приготовил для тебя кое-что новенькое, Человек-паук. Как ты смотришь на то, чтобы поучаствовать в гонках? Так не отвечай. Твое мнение ничего не значит. Просто двигай сюда и побыстрей. Докажи нам, что ты круче всех. И как паук, и как человек. Смотрите. Здорово! Получается! Так держать! Да что это с тобой? А? Слишком трудно! Вот так! Человек-паук не проигрывает! Или... Еще чуть-чуть! Поцелуй мой Дэйли Бьюгл! Победа! Нападение во дворе, отбой! Это наверняка. Здорово! Пора ловить бандитов. Сестра! Дай сахарку! Что? Я не сестра! Отойдите! Поиграем во врача! Что? Помогите! Помогите! А, что я тебе сделала? Вот еще раз! Ты прекрасен. Это я возьму. Жаждешь еще, малыш? Надеюсь, что да. Рейтинги не падают с неба. Покажи нам пару трюков рядом с пончиком. Но не простым пончиком, я имею в виду огромный пончик. Вон тот большой, жирный, гигантский пончик, который кричит. Хочешь откусить? Кстати, о пончиках. Ты замечал, как от них растет задница? Ненавижу их! Ну, неважно. Ненавижу пончики. Ну, вперед! Вы тут гляньте! Красиво! Что у нас тут?
510 гонки. Отбой. В игре копы и грабители без паука не обойтись. Интересно. Преступлений не бывает. Теперь все получится? Должно, иначе нам конец. Не хочу вас торопить, док, но все же время у нас на исходе. Посмотрим, из чего ты сделан. Новые сообщения о людях, покусанных странными тварями. И да, как я заявила раньше, твари сбежали из Аскорб Тауэрс. Заражение классифицировано как эпидемия. Эпидемиологи помогают городским властям с ней бороться. Зараженные кусают других, что еще больше провоцирует инфекцию. Гражданам не рекомендуется выходить из дома. Пока не ясно, будет ли объявлен карантин по всему городу, а также будет ли остров Манхэттен полностью отрезан от остальных районов. Нужно позвонить Гвен. Гвен? Ты там? Ах, Пит. Как ты там? Мне лучше. Намного лучше. Вакцина готова? Уже скоро. Продержишься еще немного? Я ничего. У других болезнь проходит гораздо тяжелее. Почему именно Коннорс? Разве ему можно доверять? Он делает, что может. Ох, пусть поторопится. Доктор Штром выглядит неважно. Он... Хватит! Дайте ему воды! Хватит! Назад. Ему нужен воздух. Нет. Не пускайте их. Помогите. О, боже. У него конвульсии. Начались судороги. Нет. Он мутирует. Нет. Нет. Доктор. Отпустите его. Отпусти, маньяк железный. Нет. Отпусти его. Ему больно. Отпусти его. Доктор Штром, нет. Что случилось? Гвен. Роботы. Они взяли доктора Штрома. Они хотят его убить, я вижу. Их запрограммировали нападать на любого с гибридным ДНК в крови. Пит, торопись. Не знаю, сколько мы еще протянем. Я приду, Гвен. Даю слово. Я обязательно тебя вытащу. Мне пора. Поторопись. Она справится, Питер. Гвен сильная девочка. Она прорвется.
Вот она. Здесь. Это она? Да, это она. Спасибо вам. Я думал, она будет смотреться пофутуристичней. Я ее не тестировал, конечно, но на компьютере все в норме. Должно сработать. Ничего, на тесты нет времени. Я вам верю. Спасибо, Питер. Вам спасибо, Курт. Отметим потом. Я вас, Корп. Начинайте производство. Нам этой штуки много потребуется. Не волнуйся за Гвен. Она справится с чем угодно. Пора ловить бандитов. Это я возьму. Поехали! Ты куда, малыш? Что за... Надо завести себе паутину. В коллекцию. Знание – сила. Цена выросла, но все равно того стоит. Об этом я и говорю. Где прокурор? Кондуктор! Кондуктор! Похоже, придется немного поработать на метрополитен.
между прочим, тут опасно. Можно попасть под поезд. Или мне под руку. Осталось получить зарплату. Монстры! Обстановка накаляется. Интересно, добрались ли они до похитителей? Thank you.
воняет палеными ботинками. Может быть, генераторы горят? Всех путей именно верный всегда самый вонючий. Конечно, тут бы проветрить как следует. Но, боюсь, не выключив вентилятор, мне не пройти.
Так, теперь можно двигаться дальше. О, Человек-паук! Ура! Обычно злодеи не так рады меня видеть. О, ты на чьей стороне? Друг, это корпорация злодеи. Запустили машину, приковали тебя цепью и греби, как раб на галере. Ясно. Так зачем похищать прокурора? Ему город деньги платит. Он был пешкой Оскорб, друг. Мошенником. Он был... Как это был? Где он? Ну, мы были у шахты лифта. И тут появилось оно. Оно? Не такое, как остальные. Появилось из ниоткуда, скребло прокурора, как куклу, и у него был хвост, друг, как у игуаны. Ну и заварили вы кашу, ребята. Ладно, с вами потом разберемся. Где этот лифт? Вон там, друг. Надеюсь, я не опоздал. Поехали. Помогите! Спасите! Я иду! Стоп! Черт! Ну, по крайней мере, он жив. Прокурор внизу с этой тварью. Нужно торопиться. Что-то плохое. То есть, что-то еще хуже этого.
Нельзя терять ни минуты. Эти твари, судя по всему, везде переборчивы. Готово. Теперь заглянем в логово зверя. Привет. Может, отдадите мне этого господина, и мы тихо разойдемся? Ну, конечно, нет. Как вы? Можете идти? Я на такое не подписывался. Ничего, скоро мы отсюда выберемся. Спасибо, Человек-паук. Боюсь, я сам не выберусь. Тогда держитесь. Надеюсь, вы посмотрели, что хотели. Сейчас все сольется. Это что? Берем их!
Это бюро. Это не живо. О, да! «10.20. Сообщение о краже. Отбой». Ха, это наверняка. В коллекцию. Анализ объекта. А ну, вернись! Здорово! Мило. Нападение во дворе, отбой! Это наверняка. Фантастика! Это что? Всегда любил читать. Отлично. 10.20. Сообщение о краже. Отбой. Я знаю, что они задумали. Они знают, что их ждет. Сюда! Знаешь, какое слово меня бесит, Человек-паук? Пагода! Даже во рту противно! Тьфу, правда? Пагода! Тьфу! В общем, в парке неподалеку есть пагода! Стоит себе такая важная, типа я тут самое главное! Слетай-ка туда и покажи на ней каких-нибудь безбашенных трюков! Поставь ее на место! Ха-ха-ха! Не терпится снять все на камеру! Ах да, не забудь, оставайся в кадре! Занимайте места и наслаждайтесь! У нас претендент! Нас же за это и бьют. Кто-кто, а ты меня поймешь. Я Человек-паук, хранитель мира и покоя. Люблю вломить неспокойному соседу. И все-таки, ты бы поосторожнее. Да! И сейчас демонстрируйте, кто тут настоящие монстры! Ты, отребья робота! Вон там! Удар на удар!
Мы должны держаться вместе! Я Человек-паук, хранитель мира и покоя. Люблю вломить неспокойному соседу. И все-таки, ты бы поосторожнее. Люди потерялись или умерли от болезни? В альбомчик. Это я возьму. Сюда, Ситиплёт, я тебе кое-что дам. А знаешь что? Камера любит тебя, малыш. Кстати, о камерах. Нет, это слишком запутанная история. К тому же сейчас не время болтать. Настал час последней гонки. Слышишь? Ха-ха-ха-ха-ха. Пора тебе покинуть гнездо и летать в одиночку. Твое лицо успело мне надоесть. Ну, вперед! А вот и я. Идет нападение. Отбой. Я знаю, что они задумали. А они не знают, что их ждет. Человек-паук, хранитель мира и покоя. Люблю вломить неспокойному соседу. И все-таки, ты бы поосторожнее. Коллекцию. Да!
записаться. Ладно, давай мне. Придется снять еще раз. Поехали!